Я простой работяга, водитель из Сочи приехал. Позывной чех, фамилия Чучуев Владимир Николаевич. В списке у нас как уже существует на уничтожение. И хочу матери сказать: мам, я живой, все нормально, уже 8 месяцев здесь. И не уеду отсюда, пока справедливость не будет существовать. Мам, я тебя люблю, жена, дети, внук, я тебя люблю. И Россия, пока она с нами, мы живые. Я вас всех люблю, уважаю от души. Весной, этой весной, которой люди приезжали, журналисты с Москвы, ОБСЕ, лично я охранял журналиста, который погиб под градом со мной рядом. Я не смог его уберечь, потому что я не могу всех накрыть. Но это было перемирие, но его убило. И его близкие, родственники, жена и дети сейчас одни остались. А то, что перемирие, это все дерьмо. Поверьте мне на мое слово. И я мог бы вам показать, сейчас провести вас везде здесь, где воронки, танки разбиты и все такое погибло. Здесь ничего живого нет. Спасибо, пожалуйста. Я боец 2-го корпуса 4-й бригады армии Новороссии. Хочу сказать спасибо огромное людям, которые собирали для нас вот эти все вещи. Я думаю, что у меня будет тепло всю зиму воевать. Мы победим и с вами соединимся. Всем привет, Рязань. Слава Новороссии! Слава Новороссии! Смотрите, каким образом они свои деньги собрали, привезли и поделились. Они привезли лекарства. Очень много самого необходимого. Жопу бери. Извините. Так что, спасибо вам. И все эти, все это действие лекарства пойдет бойцам. Бойцам, столько бойцам. Это все пойдет исключительно бойцам, исключительно по адресу. Никакого разворовывания, вот люди уже одеваются, все прекрасно. Тоже представьте. Вечером они уже будут все одеты. Представьте. Нет, вам покажут. Позывной мы сотник. Найду. Спасибо. С Рязани. Соответственно, очень благодарю свой родной город. Сказать что? Да, конечно. Ну, Всевеликое войско Донского останется шашкой. У нас некоторые бойцы, которые в полях, вообще ничего не имеют. Мы собрали нам самое необходимое в данный момент. 56-58, все здорово. Остальное разобрали. А это танки отдельно не делали? Делали, только кто-то ее стер. Минометчики у нас воюют БМ-38, это полковой миномет 38 года, 42-43 годов производства. А вот это вот противотанковое орудие, оно 44 года разработки и производства, Б-3, и до сих пор работает. 100-миллиметровое противотанковое орудие, которое, собственно говоря, остановило танки, идущие на Луганск. То есть здесь ребята воюют оружием, которое осталось от дедушек. Это вот настоящие музейные раритеты, которые до сих пор в строю и до сих пор наносят огромный ущерб противнику. То, что нам дедушки оставили, вот то у нас есть в руках. Осколочно-фугасный 100 мм. Ну, танки бьют нормально. 4 сентября этого года были взяты в плен 3 бойца батальона Айдар. Нами. Были взяты в районе Старого Айдара. Вот. Ходили мы за ними почти 2 суток. Вот. Это был снайпер и 2 прикрывающих. Слава Богу, уже обнаружены были, удачно проведена была операция, обошли, забрали, привели. То есть это был капитан, сержант, рядовой был снайпер, сержант и капитан были
два прикрывающих. Вот. Ну, рядовой был снайпером. Быстрее всего, что он видел нас в оптику. И быстрее всего, что он просто побоялся по нам работать. Почему? Потому что нету боевого опыта. А сержант и капитан... Как потом оказалось? Да. Вот. А сержант и капитан, они просто отдыхали. Они спали. А должны были прикрывать? А должны были прикрывать. После того, как мы их обошли, увидели, уже убедились, что у рядового не было никакого боевого опыта. А, скажем так, сержант и офицер, капитан просто отдыхали на позиции. Они не думали и не гадали, что вот такая ситуация. Вот это сейчас у ребенка, у украинского, есть дневник. Последнюю страницу переворачиваешь, и там карта Украины. Вот. Я не помню, Крым, по-моему, написано «оккупировано». А вот территории Донбасса, то есть точнее Луганской, Донецкой области, вот так вот обведены и написано «степь». Ну, то есть «степь». То есть ребенок украинский уже сейчас, который пойдет в первый класс в школу, он, ему говорят, там нет никого. Там, если живут, то только бандерлоги, ну, вот эти каменные века, они вылазят, гу-гу-гу-гу-гу. Да. Ну, их не жалко, это, ну, не люди, это вообще звери. И там нет ни городов, ничего. Вот и все. Брат, ну, чтобы засрать мозг, надо еще лет 15. Ну, это... Они же тоже долго шли. Согласен. Чтобы убить, чтобы послать православных, убивать православных, они же не готовились год, и не два. Еще раз говорю, 23 года пропаганды. Да, страшная 23 года. Направлена на это, правильно? Опять же, у украинцев есть карта, это прям точно, да, у украинских военных. Вот когда они приехали на Сутаган, ехали на Радаковский поворот, искали Радаковский поворот, они удивляются, они вот так вот голову поворачивают, это местные жители рассказывают. Люди, люди, люди. Они говорят, да в чем проблема-то? Они уже их наебали. Посмотрите карту, они разворачивают карту. А там степь. Донецк, Луганск, Лисичанск. И степь. И степь. То есть, вот вы представьте тоже, да, например, оператора системы ГРАД. Который за 25 километров, то ему говорят, квадрат 25-17, он смотрит, степь. Фу, а здесь село на себе, конечно, 500 метров, тут все так живут. Они говорят, а Харькова, да, Одессы, тут все так живут. Да вот, Радаковск, 500 метров, ну, а село, люди. Они едут как? Иногда навигатор нас ведет, доедешь по морю такой. И вот такой же. Да, попадают они. А на самом деле там бакушки, поворот, блядь, не зашло. Да. Так оно и есть. Да. Нет, это их не оправдывает ни в коем случае. Конечно, потому что он все время, по-любому, оператор этой... Помимо Рада, оператора... Он в случае знает, куда он... Помимо оператора, есть разведка. Я тебе скажу у них более. Есть пинокольчик, вот, который подходит за 6 километров и видит, кто... Куда я скажу более тому, что Радаковский поворот, это... бывшие укроповские позиции. Ну так мы его занимали, это Радаковский вот. Поворот. Ну да. Где... В сентябре. Да. Мы его занимали, вот. Мы стояли на этом Радаковском повороте. Так и я там стоял. Ну ты наверху стоял. Ну, так и мы заняли бывшие позиции укропов, раздолбали их, да. Взяли две ЗУшки, акацию подбитую, которая, кстати, благодаря Козицыну Николаю Ивановичу, привет ему большой, ушла в неизвестном направлении. И не увидели. 20 там, противотанковых мин, ну там много ништячков набрали. Да, ну у нас, к сожалению, ничего этого не было. Нет, ну мы взяли, мы успели взять, но ушло это все. В неизвестном направлении. В неизвестном направлении. Ну, по крайней мере, нам не досталось точно. Забрано было и... А было нужно? Конечно. Да? А было нужно, да. Конечно, нужно. Конечно, нужно. Ничего. Всегда нужно. Это всегда все нужно. Ну, а вот когда Иллирию занимали, вот это было да. Когда приезжают, говорят, я вам такую артподготовку устрою, вы себе не представляете. И пойдете в бой. Приезжает вечером, выпускает три снаряда, по-моему, из града. Только с наших позиций, у нас окоп, значит, да? Вот, он с наших позиций выпускает, я сижу такой и думаю, господи, боже мой, куда я попал? И, а он уезжает, правильно? Да. Я такой думаю, а ответка-то она нам полетит. А степь, реально, вот вставай где хочешь, вот там, сям, где хочешь. Вот, на следующий день... То есть это была артподготовка, после которой мы должны были идти в бой. Ну, говорят, ладно, уже нам поздно, давайте не пойдем сегодня воевать, давайте все ляжем спать. И правильно сделали. Вот.
На следующий день, по-моему, или даже через день, приходит и говорит, ну что, давайте на штурм. А по данным разведки, там, ну, около 120 нациков. Вот, а нас на тот момент шло на штурм человек 40. Вот я как бы, когда был на военных сборах, мне преподавали, что вроде как наступающих должно быть как минимум в 3 раза больше. Ну, как минимум. Я на эту лире шел реально. Вот мы подъехали на бэхе, это метров за 800, спрыгнули, я вот так. И пошли. Идем. 40 на 120. Нет, они ушли. Они ушли от моего, как и ребята смеялись, от моего богатырского храпа. Ну, ладно. Ну, просто у меня пулеметная точка была ближе всего к, этому, к позиции. А я храплю, реально танки едут. Они говорят, ты, наверное, вот полежал ночку, а я и всю ночь проспал. Прохрапел, они думают, наверное, сколько же их там есть, сколько же их едет. Ну, и собрались, короче, и ушли. Вот. Кстати, Сутаган брали по тому же принципу. Мой этот пулемет был самый... Надо было твой храп, это в микрофон. А четыре дня, наверное, простояли, и все ночами всеми я там храпел. Я как раз уже был на утёсе. Просто говорить это на все. Вот под этой лире нас свои же обстреляли, ну не без этого, конечно. Что, так можно? Брат, посмотри, что написано сзади. Брат, посмотри. Да на тебе я смотрю давно, что написано. Нет. Написано все правильно. Здравый князи и дружина. Побарая за христианой на поганые поляки. Только у тебя будет такая, на поганые поляки. Это дай. Князю слава, а дружине аминь. Брат. Да? Иди ко мне, брат. Какую общую? Еще. Князю слава, а дружине... Раньше не могла сказать аминь. Аминь. Как оно есть? На юбилейном нету 4 месяца ни света, ни воды. Ничего. Что это? Мы живем вот с поклажками. Вот и мерзнем. Здорово, с холода. Квартира вот холодина. Вот. А как сейчас сюда воду подают? Каждый день сюда воду подают? Воду дают каждый день. Спасибо этому человеку, который... Вот 10 копеек лифт. Спасибо этому человеку. Набираем воду. Да. Вот, вот это. Водой спасаем. А денег нету, пенсии нету, ничего нету. Живем. 4,5 месяца не получали ни пенсии. Ни пенсии, ни ничего. Зарплаты. Июня месяца. Вот как можно прожить? Мы выживаем за свои бывшие никак. Деньги. Вот. Как? Тут занимаем денег. Сколько? А кого занимать, если их нет? Нет. Ну, кого-то ж ездят на Украину, получают люди. Рискуют, что их там не бомбят, а не отнимут денежки. Мне, допустим, сын, вот я на золотую корону не могу, сын с Североморска прислал деньги, а я не могу помощь прислать. А я не могу их получить 4 месяца. Вот, пожалуйста, куда обратиться? Никто не хочет ни заниматься, ни помогать. Абсолютно ничего. Куда? Камеру. В городе более-менее. Вот вчера проехал по городу. Свет везде горит. Свет да, есть. Город... Везде. Снимаем то квартиры, то дома. Кто уехал куда-то в Россию, оставляют дома, квартиры, живем там, более-менее, там все есть. В наш юбилейный просто нету ничего, давайте кроме газа.
каждый город и каждый. Родители, говорят, заказывают, что прислать. Ну, люди же разные есть. Там, да, говорят, у одного совесть есть. Процветает бизнес там. Комиссионный бизнес процветает. Если разобраться, где ты его взял? Ну. Ты у людей ограбил, а туда привез себе домой, а ты еще просишь, дайте мне. Трактор. Ага. В начале лета, весны, начало слезоточить. Вот и Николай Чудотворец. Сообщал. Да, предупредил. Предупредил, что будет что-то страшное. Он сначала начал. Да, в начале весны.
а потом начала беда. А потом вот это вот уже началось летом, стрельба вот эта вся. И все. И когда они ушли, он уже несли заточил. Когда они прошли, 13 августа они зашли сюда. Мы с напарницей здесь пекли просворы. Так. И вот они пришли, и мы попекли просворы. Стрелянина была, пожар здесь был страшный. Горело вот это все там. И потом потушили мы своими силами. И уходили домой. Они еще два гроба привезли, поставили, а там возле ворот стояли два гроба. Они их закопали, а там стоят. Но эти говорят, ополченцы, что это ихние люди. А другие приходят, говорят, это не наши. И непонятно. Это где холмик там? Да, вот да. Холмик стоит, а там вот тут они там и это самое. Закопали их. Это закапывали эти ребята наши. Вот здесь. Возле храма были. Заставили их закопать. Украшу для вас весну и нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Самые умные взрослые, сделайте что-нибудь, чтобы войнищу грозную как-нибудь припугнуть. А я из песка вам настрою домиков, чтобы играться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Там, где идет война, детям негде играть. Там, где идет война, нельзя собирать. Там, где идет война, никто на вопрос не ответит, за что во все времена погибают невинные дети. Украшу для вас весну и нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Там, где идет война, детям негде играть. Там, где идет война, нельзя цветы собирать. Там, где идет война, никто на вопрос не ответит, за что во все времена погибают невинные
Короче, господа Укропина, хочу довести до вашего мозга, что Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка – это наши города. И мы их вернем очень-очень скоро. Так что готовьте коробки с вазелинами и ждите нас.